В Украине выросла заболеваемость гриппом. За прошлую неделю в трех регионах – Днепропетровском, Харьковском и Луганском – был превышен эпидпорог, сообщается на сайте Минздрава. Какая ситуация в Запорожской области и чего ожидать, мы узнавали в санэпидслужбе. В Запорожской области наблюдается сезонный подъем количества заболеваемости гриппом, рассказывают в санэпидслужбе. Но успокаивают. Еженедельная заболеваемость находится ниже порогового уровня. За последнюю неделю она меньше на 11%. Пока мы ничего не определили из вирусов гриппа, ожидается циркуляция трех вирусов. Это пандемичный штамм H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию. Калифорнийский штамм, ну, все о нем слышали, вероятно. Ожидается циркуляция вируса А2 Гонконг и вируса Б Брисбен. Все эти вирусы не новые для Украины, но опасны для здоровья. По словам Марины Колеровой, в этом году ожидается больший рост заболеваемости по Украине и в нашей области в том числе. Специалисты продолжают убеждать население: лучший способ уберечься от заболевания гриппом – привиться. Вакцины, рекомендуемые на нынешний сезон, разработаны от ожидаемых трех штаммов. В Украину слишком мало завезено было доз вакцины. Вакцины фактически не хватало. Но Минздрав предпринял определенные меры с тем, чтобы вакцину дополнительно завезли. Вакцину это не закупается за деньги государства. Вакцинация это платная. Есть определенные фирмы, которые занимаются поставками вакцины в Украину. На сегодня привито по области чуть более 2000 человек. Прививаются это и люди частным образом в платных прививочных кабинетах, а их у нас на сегодня 3. Стоимость прививки от гриппа порядка 250 гривен. Хотя укреплять иммунитет и прививаться желательно в предэпидемический период, все же сделать прививку можно в течение всего сезона, говорят специалисты. Он длится с 40-й недели текущего года по 20-ю неделю следующего.